Это совсем не похоже на то, что было в моем детстве. Приятное волнение. Честно вам сказать или как? Как вы думаете, на что так отреагировали наши герои? Какая-то вкусность из детства? Подарок? Новое назначение? Нет. Это реакция взрослых на ЕГЭ по истории. 35 родителей старшеклассников из Реутова приняли участие в акции «Сдаем вместе ЕГЭ для родителей» и прошли весь путь школьника от входа в учебное заведение и проверки перед аудиторией до сдачи выполненной работы. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. Основная задача, чтобы родители посмотрели, как это бывает, как проходит эта процедура. Они проверили свои знания, потому что, конечно, я честно прочитала задание, поняла, что современные выпускники сейчас знают очень много. На выполнение заданий участникам отвели ровно 40 минут, а в экзаменационную работу включили вопросы, аналогичные тем, которые будут предложены участникам реального ЕГЭ. Много информации не используется в повседневной жизни, только из-за этого пришлось что-то пытаться вспомнить. Как-то пыталась логически вычислить ответ верный. Что-то наугад пришлось написать. Не все было так просто. В Реутове акция прошла уже в 8-й раз. И как предыдущие, была направлена на снятие излишнего психологического напряжения перед экзаменами как у родителей, так и выпускников. Конечно, очень хочется, чтобы наши родители доверяли образовательным организациям и знали, что мы сделаем все, чтобы детям было комфортно, спокойно, уютно, что они смогут показать все свои знания. Все свои знания на едином госэкзамене показать в этом году планируют более 300 реутовских выпускников этого года и 80 прошлых лет. Что же касается всего Подмосковья, то в 2024 году принять участие в ЕГЭ хотят 34 тысячи человек. Большая часть из них для сдачи выбрала профильную математику и обществознание. Также в топ вошли информатика и иностранные языки.